На отдых и оздоровление во Всероссийском детском центре «Океан» города Владивосток школьники Тувы вылетают в сопровождении учителей. Из 30 ребятишек 11 получили путевки по новой форме конкурсного распределения. Заявки со школьными достижениями за последние 3 года обрабатывались автоматизированной системой «Путевка». Прошел регистрацию через соцсеть Министерства образования Республики Тува и зарегистрировался на АИС путевки. И получил путевку за наивысший балл в региональном уровне. В основном достижение у меня за спортивный вид, баскетбол, большая часть и так-то футбол один был. Остальные 19 путевок выделены руководством лагеря в благодарность врачам за тяжелый труд в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это мой первый опыт посещения детских лагерей, и я, несомненно, этому рада. Путевку я получила благодаря своим родителям, которые являются врачами, и благодаря этому я получила возможность бесплатно посетить этот детский лагерь. Мне довольно волнительно, поскольку я не знаю эту среду, поэтому первым делом я хочу влиться в коллектив. И далее там уже посмотрю, чем можно занять себя. Хочу активно провести время и получить много новых знакомств. 4-я смена в детском центре «Океан» будет работать по образовательным программам. Спортивно-оздоровительное, естественно-научное и техническое направление. Смена будет длиться 21 календарный день. А ребенку моему 14 лет, девочке моей. Она действительно от меня первый раз уезжает, волнительно. Она с большой надеждой едет туда, познакомиться с новыми детьми. Каждое путешествие для ребенка – это новые впечатления и новые возможности для развития. Очень хорошо, 4-й сезон организован, как раз попадается под каникулы. И как раз зимняя немножко хандра, скажем, перейдет сразу в летнее это настроение. В текущем году Министерством образования Тувы планируется направить во всероссийские и международные детские центры для отдыха и оздоровления 200 детей. Также начнут работать летние лагеря республики. В текущем году по всей республике у нас планируется открыть 170 лагерей. Из 170 лагерей 148 – это дневные лагеря при школах будут открыты, 19 загородных лагерей и 3 палаточных лагеря. Началась программа «Кэшбэк детского отдыха». Она начнется с 31 марта и будет продолжаться до 31 августа текущего года. Как только они покупают через карточку МИР обязательно путевку в течение 3 дней, 50% от стоимости возвращается им на данную карту МИР. Узнать о стоимости путевок можно на сайте лагеря или Министерства образования Тувы. Также есть горячая линия 2-72-92. Путевки детям по льготе можно получить через Министерство труда и социальной политики. Айдан Холубуяноюн, Азамат Очур, Тува 24.